этот мир заебал меня. Каждый день, как петля, я сделал мертвую зайка. Прыгай со мною, я буду с тобою банькой. Ровно два дня, пока меня не отыщут. Всем привет! И так как я не знаю, что снять, буду рисовать всякую мистику. Я... Предупреждение. Я снимаю на телефон и держу его одновременно в руке. Дрожание и все такое. Так как я не знаю, что рисовать, так как я не очень сильный там художник, и в принципе это практически не умею, хоть и учусь. Но мои учения коту под хвост, как всегда, уходят. Извините за голос, у меня в горле какой-то шарик странный, я не знаю, откуда он там взялся, не знаю, какой и откуда. Извиняюсь, но мне сидеть в такой позе вот неудобно. И да, не судись строго, я глаза рисовать не умею. Может, как-нибудь сниму, как рисую ладонь руки и саму руку? Ну, не так уж умею тоже. Да, у меня все плохо с анатомией. Надо подучиться.
Вот нарисовала этот хвостик, вот теперь думаю. Он очень похож на косточку. Вот эту часть вот сюда и палку. И идеальная косточка, блин. Капец. И вот теперь надо это все обвести ручкой. И я буду это делать красной. Так как у меня лайнера нету, поэтому ручка встает вполне. Мед какое-то время, а для вас одну секунду. Вуаля. Я сдохла! Я кое-какие-то детали добавила. И как и все-таки изменила. И вот так вот получилось. Я не знаю. Вот это вот кто? Вот кого это нарисовала? Все, мы закончили. Вот он. У меня есть еще один, сейчас покажу. Вот тут вот, этот тетрадочки, он у меня. Я не помню, с какого мультика, но он мне понравился. И да, оцените, какой лучше. Первый, второй. Первый. Ставьте лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь, жмайкайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Всем удачи, всем пока!